Всем привет! Ну что ж, давайте продолжим. Получили задание от матери Терезы, и в принципе нам по-хорошему, но тут нужно еще весь город обследовать и посмотреть, что здесь есть. Так. Это ж какое-то имущество, которое я могу купить впоследствии. Да. Видите, цены здесь такие. Маленький, если двухзвездочный домик стоит 12 штук. Можно постучаться, можно будет вломиться. Но это все позже. Вот там... Оу. Ты в городе нашел где-то закопано сокровище? Круто. Полезная эта собака. Пятьсот голды. Шикарно. А это что? Сколько имущества? Я аж просто, не знаю, руки дрожат от... Я представляю, как начнется захват здесь всего. Мы откопали пирог. Пятизвездочный пирог. А почему он был закопан тогда? Если это пирог. Какие-то подвалы. Чего только в этом городе нету. Пес просто. Сейчас мы перекопаем все клумбы. Еще и шоколад мы откопали. Шикардос. Так, а это что за здание? Просто обычное здание или... Хорошо. Что в подвале? Перчатки. Воруем. Мы пробрались куда-то и воруем. Beggar's Ring. Возможно, нам оно потом впоследствии понадобится. Для какого-нибудь квеста. Или что-то типа. Ну, раз нас никто не заметил, то все хорошо, правда. Почему-то вот... Вот опять-таки мы стали более злыми, потому что мы воровали, но... Ну вот откуда люди знают, что мы воровали, если мы не воровали? То есть если нас не спалили, а нашу злобу они видят. Они видят, как меняется наш алаймент от хорошего к плохому, и... Это вот как ситуация в третьем Fallout'е, которая меня выбесила просто напрочь, когда я первый раз стал играть. Я, ну как, я всегда играл вором. Всегда любил воровать у торговцев. Да, это такой у меня стиль игры. И я в самом начале игры умудрился стать злодеем. Хотя я не убил ни одного, не знаю, невинного человека, не совершил ни одного плохого квеста. How's it going? It's the greatest game in Albion. Game master. Well, it's
Потом. Все потом. Деньги проигрывать тебе мы будем потом. Hello, stranger. Welcome to our corner of the world. Hone your strategies with a clever name. I bet you say that to me. Ready for another drink? I want. Воровство, воровство, воровство. Я пока не буду нарываться, я просто смотрю, что есть. Ну и, возможно, в поисках каких-то ранее невиданных людей, квестов, разговоров. Таункраер. Это, по-моему, тот, кто может дать нам новый титул. Например, помните Chicken Chaser? Base value 500, price 0. Это значит, что... Ага, ну ясно. Нам бесплатно можно поменять эти два титула. А вот что-нибудь поинтереснее нужно будет заплатить. Причем, видите, он нас не очень любит, и цена у нас выше, чем первоначальная цена. Палач. Грозный. Баунти Хантер. Шэдоу Фиенд. 10 тысяч за титул. Вот так-то. There's no better choice than that. Нет. Я не хочу твоего мнения. Так, а что? Куда нас ведет наша путеводная нить? Сколько здесь жилья? Я как представлю, что все это надо будет отжимать. Я понимаю, что даже, видимо, это все даже не войдет в запись. Или придется делать даже отдельную серию по отжиму. Кстати, а что у нас там в Beggar's Ring? Это было чисто персональное кольцо чье-то? Или же... Так. Где мне его искать? Фига себе. Ну что ж, у нас есть кольцо, которое мы можем предложить кому-то. А, например... Например... Той самой цыганке в нашем лагере. Хотя, как бы... Какой смысл нам к ней возвращаться? Тоже вопрос... такой. Надо будет подумать об этом. Некоторые дома открыты. Правильно, уже рассвело. Люди проснулись. Кстати, вот хинт. Если хотите найти того, кто владеет домом, приходите к этому дому ночью. Владелец будет там спать. Потому что днем... Ну, здесь, по крайней мере, написано еще на бумажке, кто хозяин. И вы можете бегать по всему городу, искать это имя. Но гораздо проще прийти ночью. There's my boy. I never forget a face. I've got a lot to thank you for. Нормально вообще. When you gave me those arrest warrants, you ensured the financial future of this little corner of Bowerstone. And more importantly, yours truly. Me and my associates are the big wheels around here now. We got no problems with the law, seeing as there ain't any.
After that tosser guard lost all them warrants, Lucien sacked him. It's been smooth sailing ever since. Especially since Lucien scarpered to who knows where not long after. Speaking of the old days, whatever happened to that sister of yours? Such a sweet girl. Anyway, let's talk business, shall we? If you're short a few gold, there's a job I think might interest a fella like you. If you wander the alleys round here, you'll bump into a fella by the name of Mr. Blank, let's call him. He'll fill you in. Блин, это блюющая баба даже сбила мне весь настрой от встречи с нашим другом детства, которому помогали. Помните этого мелкого бандюгана, которому помогли дважды? Господи, как же можно так бухать-то? Мы пришли в бедные районы, видите, здесь Окленд сколочены, все ходят в каких-то обносках. Как ни странно, под землей закопано около дома 400 золотых. И нам этот Арфур сказал встретиться с мистером Бланком, и он, возможно, нам предложит разные нечестные виды заработка. Потому что, честно, от этого персонажа, я думаю, ждать не стоит. Прям посреди города закуплено сокровище. Нормально вообще? Что это? Тофу? Пятизвездочное тофу? Вы стебетесь, что ли? Ладно. Это действительно смешно. Так, что это за проперти такое? 10 тысяч стоит. Steel Moon. Просто дом, да? Просто дом, в котором просто грязно и какие-то бомжи. Ну ладно, это не бомжи, это бедняки. Дом все-таки. Какой-никакой дом. Мне здесь это место не... Мне это место немножко напоминает готику первую, если помните, там тоже в бедных кварталах такие вот халупы. Ну давай, песик, покажи, где. Следовать этот город потребуется какое-то время. Так, а что у нас в этом подвале? Серебряный ключ, это круто. Сундук, это тоже круто. Причем мы его даже не обворовываем. Как будто бы нашли. Интересно, чей это подвал? У меня эта книжка уже была. Но в любом случае, я так понимаю, что все эти книжки можно будет продать. Что мне не очень нравится, вот если предмет можно обыскать, это сразу не видно, нужно постоять около него какое-то время, и вот оно начинает светиться. И то есть, если вы бегаете и обыскиваете какую-то комнату, вы запросто можете пропустить шкаф или вот, ну, что-то такое, что не очевидно, что там можно поискать. Вот так вот. Такие наблюдения. Будет еще мистера Бланка найти. Тут, блин. Может скорее потеряться, чем что-то найти. О! Помните склад? Который мы помогали, так сказать, очистить от жуков. 16 штук стоит. И походу... Владельца у него нету. Давайте зайдем, посмотрим. Поностальгируем.
и возьмем серебряный ключик. Все еще можно ломать товары, но нам это делать сейчас не обязательно. Пойдемте посмотрим, есть ли жуки на втором этаже, которых мы, кстати, так и не встретили, потому что не поднялись на второй этаж. Нет, жуков всех убрали. И без нас. Вместе с владельцем. Отжали у него склад. Бальтазар его, по-моему, звали, если не ошибаюсь. Надо будет посмотреть, что стало с ним, какая у него судьба. А здесь мы давали бухло пропойце. Ты что-то нашел, песик? Забавно пройтись по местам нашей былой славы. Да, дай ты мне копнуть тоже. Тут внизу были гробы. И сейчас нас ведут. Ну давай, покажи, где. I've got no work, no home, no hope. Так сляк и умри тогда. Никчемный ты. Прошайка. Блин, собака, ты... Работай лучше. Надо будет не забыть купить ей аптечку, которую пришлось на нее потратить. То так если... Еще раз ее побью... Все может плохо закончиться. Татуировщик. Окей, я понял. Нам нужно идти по этой дороге, но давайте, прежде чем мы вообще куда-либо пойдем, немножечко пробежимся. Я хочу... Там кладбище. Кладбище меня пока не сильно интересует. Я хотел сбегать до домика горе-любовника, помните? Которому мы согласились помочь отнести письмо, а в итоге спалили его матери, его возлюбленной. И этот придурок, испугавшись, признался ей в любви, и после чего... После чего он завоевал маму. Ночку. А может и обеих, мы же не знаем. Было бы интересно посмотреть, как судьба сложилась. Потом, конечно, надо будет... очищать дома и города. Но этим мы займемся как-нибудь, когда мы будем готовы иметь дело со стражей. Потому что, честно вам скажу, на данном этапе мой уровень подготовки как бойца оставляет желать лучшего. И вряд ли мы сможем хоть как-либо серьезно противостоять хотя бы одному стражнику. Не говоря уже про толпу. А это надо быть готовым, когда вы творите всякие нехорошие вещи. Так. Я начинаю тут уже плутать. Но, по-моему, эта площадь... Господи, как здесь все засрано. По-моему, это та площадь из детства. Здесь стоял наш какой-то там знакомый, ну, незнакомый наш работодатель по орденам. Бумажкам, помните, которые мы искали? А я заблудился.
Че, пес ничего хорошего не нашел? По-моему, вот этот дом он и есть. If I eat all this up, will I grow up strong and be a hero just like you? What do you think? Fit for heroes, right? Анна. My food is looking at me. Я вот, к сожалению, не запомнил, как звали дочку с мамой. Это они или это другие жильцы? Сбежали ли? Mom, my food is looking at me. Сбежал ли тот чувак с мамочкой, или они остались жить в городе? Ну, к сожалению, непонятно. Так, ночью все закрывается, нам подсказывают, что мы можем поспать в отеле, когда все закрыто. Ну давай, 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 давай. Пес. Ты какая-то стрёмная. Ты проститутка, наверное, да? Но если ты не проститутка, то это просто... Да, жрица любви. Любит жрать определенно. Жрет и любит, что называется. Так, а тут у нас какой-то вот... Это, наверное, мистер Бланк, собственной персоной. Greetings. Are you here to solicit my services? No. You are here looking for employment. The society always welcomes suitable contractors. Our dictum is swift bringers of death to beggar or king. You weren't followed here, were you? Very good. Контракт ассасинский. Ясно, он предлагает нам... Carry murder in your heart and see your assignment to the... Предлагает сделать нам заказное убийство, но я хочу пока что... О, у нас уже два джоба. Ага, у нас есть общество. Закрытое общество ассасинов. И есть, да, собственно, дело кузнеца. Но ведь, раз это джоб, значит, это можно будет повторять из раза в раз и на этом зарабатывать. Окей. Ну давайте, не знаю, попробуем, что ли. Что из этого получится. No, can't. Отличная, отличная причина, почему убивают. Say I've heard much. Don't mean to be rude, but I have to go. Я так понимаю, надо будет его искать. Looking for a happy ending. Happy ending, да. Какая же ты стрёмная. You have a lot to learn, ага. You have a lot to learn, Sparrow. Ну не от тебя, девочка. Девочка. Поржи, поржи. Немного же у тебя радость в жизни. А вот наша площадь, откуда мы. You a visitor to these parts. I love that. And I love it here. Бедная кошка.
Какое тело? Это не тело, это золото. Здесь какие-то бомжи обосновались. Раньше здесь только мы были. I've been fuming for hours, but that's put me in a better... О чем здесь нынче домики? Срань господня! И нашу халупу куда-то вынесли. Блин, ничего от нас не осталось тут. Да, песик, ты, наверное, помнишь эти места? Это дневник нашей сестры. Прикольно. Так, ладно, давайте... Name Phil. House, husband. Бауэрстон Маркет. Вот давайте посмотрим, как нам по-простому найти Бауэрстон Маркет. Вот у нас есть карта. Почему нам пишут? Или он сейчас активный и нас ведет путеводная нить к нему? Где здесь маркет? По идее, наша первая локация, когда мы пришли рядом с мостом, это и был рынок. Правильно же? Так, еще один тот самый, давайте. Спасибо, что, по крайней мере, заходить. Подвал не является преступлением, несмотря на то, что зачастую то, что мы там делаем, является. Да ты гонишь. Серьезно? Нашел сокровище? Что б я без тебя делал? Ну ладно, я вижу, что, походу, работа у нас активна сейчас и ведет нас как квест. Значит, путеводная нить, по идее, должна привести нас к Филу. Фил. Как тебя найти, Фил? Или ночью тебя и вовсе не найти? Кстати, да. Карта, наверное, ничего не подскажет. Greetings. I do not recall meeting you before. Are you new to this part? Нам все еще доступна работа у кузнеца. Ну давай, покажи, что ты нашел. В каждом дворе что-то зарыто. Не город, а одно сплошное сокровище. Nope.
Ладно. Я так понимаю, что найти его ночью будет очень сложно, если это не бездомный. А в этом районе бездомных, похоже, не существует. Если у всех... Ты лаешь. Покажи. Здесь у всех есть дома, и ночью они в этих домах спят, поэтому... Либо мне проверять каждый дом, кто у него владелец. Либо днем ходить и смотреть имена всех подряд. Кстати, не факт, что проще. Но в любом случае, я не буду это делать на запись. Я это сделаю отдельно, и потом, наверное, тогда найду свою цель. Тогда я уже... Включу это все, и мы совершим наш первый контракт на ассасинов. Но в любом случае, это будет уже в следующей серии. Спасибо за просмотр. На сегодня все. Продолжение наших блужданий по городу, воспоминаний и работы, и все такое. А также квесты мы продолжим в следующей серии. Тоже спасибо за просмотр. Пока-пока.